Трудоустройство педагогов регламентируется правилами назначения на должности, освобождения от должности первых руководителей и педагогов государственных организаций образования, утвержденными приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года номером 57, согласно которым необходимо пройти конкурсную процедуру. Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном или бумажном виде. Заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов. Документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов. Заполненный личный лист по учету кадров. Копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными типовыми квалификационными характеристиками педагогов. Копию документа, подтверждающую трудовую деятельность. Справку о состоянии здоровья. Справку психоневрологической организации. Справку с наркологической организации. Сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории. Для кандидатов на занятие должности педагогов английского языка сертификат о результатах сертификации по предмету или удостоверение о наличии квалификационной категории педагог-модератора или педагог-эксперта, или педагога-исследователя, или педагога-мастера, или сертификат CELTA, PASS A, DELTA, PASS and Above или IELTS 6,5 баллов, или TOEFL 60-65 баллов. Заполненный оценочный лист кандидата на вакантную или временную вакантную должность педагога по форме согласно приложению 16. Видеопрезентация для кандидата без стажа продолжительностью не менее 10 минут с минимальным разрешением в указанном формате.